Физкульт, привет! Еду тренировать ноги, но поговорим сегодня о грудных мышцах. Конкретно поговорим о жиме лежа. Я говорю и буду говорить, и эта информация не придумана мною. Очень много про-атлетов, грамотных людей говорят об этом. То, что малолетки глупые и не понимают, это одно. Но когда не понимают этого взрослые люди, у которых есть мозги, это уже становится страшно. Поэтому, друзья, давайте в очередной раз разложим по полочкам, почему жим штанги лежа плохо подходит для развития массы грудных мышц. Но опять-таки, это утверждение нужно понимать развернуто. О чем речь? Давайте разбираться пошагово. Во-первых, когда я говорю, что жим штанги лежа плохо подходит для развития, для именно гипертрофии грудных мышц, я имею в виду следующее, что поработав с гантелями, вы получите больший эффект, больший результат. И связано это не с тем, что можно опускать ниже руки. Этого делать тоже не следует, чтобы не травмировать плечевые суставы, ротаторную манжету плеча. А делать это нужно потому, что гантелями более биомеханически верным будет движение, опять-таки, для этих суставов. И на грудные мышцы воздействие будет сильнее. По той простой причине, что гантели включают в работу гораздо больше мышечных групп, волокон, так как требуют от нашего тела большей концентрации над стабилизацией снаряда. Гантель в руке удержать гораздо сложнее, чем штангу. Штанга образует с руками, с корпусом раму, и мы двигаемся в пределах возможности, которые диктует нам штанга. Гантели прекрасны тем, что, усложняя само движение, они задействуют больше мышц, значит, отдача от самого упражнения будет выше. Есть такая статистика, я не знаю точно, откуда она взялась, но я ее встречал несколько раз от очень грамотных людей, что если работать именно на гипертрофию, то штанга будет работать всего на 2% населения планеты мужского. Друзья, мы знаем, что есть работа на силу и есть работа на массу, на гипертрофию. Так вот, когда мы с вами работаем на силу, нет ничего лучше, чем штанга. Зачем работать на силу? Все очень просто. Ведь любой здравомыслящий человек, адекватный человек, понимает, что работая на гипертрофию 8-12 повторений с большим весом, отдача будет больше. Никто же из вас не будет спорить, что если вы можете поработать для простоты со штангой на 8-12 повторений с весом 180 кг, то и грудные мышцы у вас будут гораздо больше, чем у того человека, который может осилить с трудом 100-килограммовую штангу. Логически, правильно? Так вот, именно по этой причине нам необходимо тренировать с вами и свои силовые возможности. Вот здесь нет ничего лучше штанги. И получается такой симбиоз. Даже если вы, к примеру, делите свою периодизационную систему, цикл, а я надеюсь, вы здравомыслящий человек и тренируетесь по принципу периодизации,
и тренируетесь, к примеру, неделю на силу, неделю на массу, идеальным будет со всех точек зрения, как ни посмотри, как ни раскрути, неделю на силу, когда вы работаете со штангой, а на гипертрофию вы работаете с гантелями. Вот это прекрасный симбиоз, когда все максимально возможное вы делаете и с прицелом на гипертрофию. Когда вы тренируетесь со штангой, работая максимум на 6 повторений, не опускаясь ниже 2, а в идеале 3-5 повторения, работая на силу, необходимо также помнить, что нельзя доходить до отказа. Отказы убивают силу. Вы должны останавливаться за одно повторение до отказа. Это в идеале. Не страшно, даже если вы остановитесь за 2 повторения. Страшно, если вас задавит. Вот если реально вы, к примеру, работаете, повесили 140 кг, сделали 5 повторений, решили сделать 6, попытались, вас задавило. Все, крандец. Сила не растет. И даже больше я вам скажу, сила падает. Вы настолько себя застопорите и отодвинете назад, что будете потом сожалеть о этом рабочем подходе, о этом последнем повторении, которое перечеркнуло, возможно, многомесячную вашу подготовку. Я уже не раз рассказывал о том, что в России у меня в зале тренировалась сборная России по пауэрлифтингу под руководством главного тренера, президента федерации. И на протяжении 6 лет я наблюдал их тренировки, друзья. Там нет никаких разовых попыток, тем более нету проходок и нету работы в отказ. Есть четко составленный план, подогнанный под определенную дату соревнований. Ребята тренируются, показывают результаты. И показывали результаты такие, что это рекорды мира, чемпионы мира, некоторые рекорды до сих пор не побиты. Кстати, это было в приседах и в становых тягах. В жимах лежа тогда было немножечко похуже. Американцы в жимах лежа впереди планеты всей. Ну, сейчас, конечно, у нас есть наш герой Кирилл Сарычев, который просто монстр. Поверьте, никогда они не работают, особенно американцы, в одно повторение. На самом деле работа в 1-2 повторения — это в основном работа на свое эго. И, естественно, вы будете повышать риски травмироваться. Для бодибилдера нет смысла, повторяюсь, опускаться в работе на силу меньше, чем на 3 повторения. Кстати, и пояс нужно одевать только когда вы работаете на силу. От 3 до 4 повторений. Если выше 4, то пояс, в принципе, уже не нужен. И не верьте в мифы о том, что становая и присед увеличивают талию. И парни, и девушки. Парням сложно подойти к такому весу, который увеличит талию. Это нужно приседать как минимум большим весом на штанге, чем 2 собственных веса на 10-12 повторений. Кто из парней на такое способен? Про девочек я даже не говорю. Поэтому не смотрите на всю эту хрень, которая происходит. Утягиваются люди поясами, различными корсетами. Ничего, кроме вреда, это вам не приносит. Вреда от этого и геморрой будет, и варикоз от этого будет, и будет повышаться давление, что и так, в принципе, происходит от тренировки. А если вы себе еще мешаете и дышать нормально, ведь дышать нужно животом. В общем, такая чушь, про которую даже говорить не хочется, потому что уже 1000 раз говорил, да и, в принципе, любой человек, у кого есть мозги, доходит до этого самостоятельно. Так что, друзья, когда я вам говорю о том, что штанга не нужна для того, чтобы развивать грудные мышцы,
Это не значит, что со штангой не нужно работать. Это значит, что со штангой вы должны, обязаны работать, работая на силу. В 3-5 повторений. Но когда мы говорим о гипертрофии, именно о том, к чему все вы стремитесь, к большой развитой грудной мышце, необходимо работать с гантелями. И не забывайте, что для грудных мышц, особенно на начальном этапе, нет ничего лучше, чем отжимания. Отжимания от брусьев, от кольцев, от пола. Любые отжимания, которые вы будете делать, будут развивать ваши грудные мышцы. Посмотрите на гимнастов. И если вам кто-то что-то говорит другое, ну, то это полная чушь. Кстати, тоже подумываю о том, чтобы сделать статью, а потом и видео, почему все-таки отказы убивают силу и почему не нужно над этим работать. Но сделать это как бы со стороны биохимии, что ли, центральной нервной системы. Сам над этим размышляю. Если у вас есть какие-то вопросы, которые помогут мне в написании статьи, обязательно присылайте их, пишите в комментариях под этим видеороликом. Так что, друзья, жмите штангу, жмите гантели. Просто понимайте, что, как, когда и для чего вы делаете. Циклируйте ваши тренировки. Если вы не можете отжаться от брусьев 5 раз по 30 повторений, то даже не думайте подходить к штанге и сжать ее. Не позорьтесь. И не позорьте всех нас, тех, кто занимается бодибилдингом. То же самое, если вы не умеете подтягиваться 5 по 10, друзья, даже не беритесь качать ваши бицепсы. Не дрочите нам мозги и свои руки 5-килограммовыми гантелями. Не смешите бабушку. Просьба, огромная просьба. Кстати, для тех, кто хочет узнать, какие должны быть у вас силовые показатели, чтобы переходить на периодизацию, вообще, к каким силовым показателям должен стремиться натурально тренирующийся атлет, можете читать мои статьи на моем сайте, они там совершенно бесплатно. Но лучше приобретите книгу «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак фитнес». Вы получите просто кладезь знаний. Это квинтэссенция всего моего практического опыта, более чем 25-летнего. И, конечно же, теоретические знания, наработки, полученные мной в институте, на факультете физической культуры и спорта, но больше всего от саморазвития. К чему я вас и призываю. Не ведитесь на какие-либо курсы. Если это вам нужно для того, чтобы работать инструктором, да, это хорошо. Но знания вам даст только самообразование, саморазвитие, постоянное. И не читайте журналы бульварные. В журналах сегодня пишут одно, завтра другое. Начните с изучения учебников по спортивной анатомии. Вы не представляете, сколько полезной информации вы там найдете. Кстати, в написании этой книги и книги для девочек, для женщин, я использовал тоже учебники спортивной анатомии. Даже после моего огромного опыта я нахожу там для себя полезные вещи, полезные фишки. Читаешь, и просто становится понятно, почему фитнес-индустрия говорит такую хрень. Не, ну это и так понятно, потому что, в принципе, фитнес-индустрия заточена на то, чтобы выколачивать из нас с вами бабло. Но становится понятно именно, в чем суть ошибки. И когда у вас есть знания, и вы адекватный человек, повторяюсь, потому что можно иметь огромное количество знаний, но не иметь понимания, вы будете приходить к этому пониманию. Вот буквально недавно смотрел очередной ролик реального культуриста, где он ну просто тупит, причем тупит в сторону нормального мужика
по прозвищу Базилио. Кстати, говорит, что это кличка. Уважаемый реальный культурист, клички только у собак и у животных. У нормальных людей прозвище. Так что у этого парня прозвище Бразилия. Базилио никак не кличка. И где Базилио рассказывает, я сам этот ролик не видел, о пользе ГЗТ. Наш же герой обвиняет Базилио в том, что он ему неадекватно ответил на адекватно написанный комментарий. Но с моей точки зрения, логической точки зрения, адекватной, как я тоже думаю, это именно наш герой тупит. Он приводит примеры вредности, опасности ГЗТ на своем друге, выступающем бодибилдере. А где логика? ГЗТ и дозы, которые используют спортсмены, даже не в бодибилдинге, не имеют ничего общего. Вообще ГЗТ – это всемирно используемая практика для поддержания здоровья людского. Я уверен, что у реального культуриста, возможно, действительно есть такие уникумы, хороший уровень собственного тестостерона. Но вы должны понимать, что со Второй мировой войны, если вы покопаетесь, вы найдете, эта информация не закрытая. Уровень тестостерона у мужского населения планеты упал в 2 раза. Можете себе представить? Медики ничего не могли с этим сделать. Пытались, но не смогли. Что сделали? Естественно, просто понизили нормы в 2 раза. Так что сейчас у вас, друзья, даже если тестостерон на уровне 12-14, это не значит, что это хорошо. Это значит, это пипец как хреново. И вот почему вы болеете, почему плохо себя чувствуете, почему синдром хронической усталости долбит сейчас практически всех. Так что, друзья, не путайте, как говорится, хрен с пальцем. ГЗТ и выступающие спортсмены, даже не говорю сейчас бодибилдеры, заметьте, это совершенно разные вещи. В первую очередь, с точки зрения дозировок и, конечно же, используемых препаратов. И опять-таки, не забывайте, что алкоголь гораздо вреднее. Алкоголь никогда не был, не будет медицинским препаратом. То, что используют спортсмены и то, что используют люди на ГЗТ, это медицинские, одобренные, прошедшие клинические испытания препараты. И ГЗТ никак не может навредить вам. Никак, потому что это грамотно продуманный пошаговый план доктора, эндокринолога, который пропишет вам его. И это касается и мужчин, и женщин, не только мужчин. Вы не представляете, насколько улучшается жизнь у людей, которые садятся на ГЗТ. Но об этом нужно задумываться, естественно, когда вам уже переваливает за 35 лет. Не стоит думать ни о какой фармакологии, пока вы молодой. Не вредите себе. Чем большего вы достигнете на собственном, тем больше вам даст фармакология, если вы ее будете принимать с целью наращивания мышечной массы, силовых показателей. И всегда помните, что дозы, конечно же, влияют на результат. Но в первую очередь, когда мы говорим о генетике, это именно возможность нашего организма воспринимать тот или иной препарат. И как на вас повлияет тот или иной препарат, действительно никто не знает. Поэтому грамотные врачи будут, если вам это нужно, очень плавно вас подводить к даже самым минимальным дозировкам. Тестостерон, друзья, это мужское здоровье. Я уже не раз говорил, почему алкоголь в свободном доступе. Все очень просто, потому что алкоголь помогает государству, чтобы мы с вами дохли, не доживая до пенсионного возраста. Это идеально. Мы и так все с вами рабы. Это нужно принять. Мы рождаемся для того, чтобы батрачить и умереть, оставить после себя потомство батраков и тоже, которые оставят после себя потомство. Всегда, всегда, пока человеком правит человек, такая система. И сейчас система рабов просто идеальная.
Можете со мной соглашаться, можете нет. Но то, что государству выгодно, чтобы вы померли, не достигая пенсионного возраста, я думаю, ясно абсолютно любому. Так что, друзья, когда вам кто-то что-то говорит, ну хотя бы изучите немножечко информацию. Даже когда говорю вам я, если вы смотрите, если вы мне доверяете, все равно перепроверяйте. В психологии даже есть такой термин, я не помню сейчас его название, не вспомню, чтобы не вводить вас в заблуждение. Но когда есть авторитет, и этот авторитет говорит какое-то утверждение, нельзя слепо этому верить. Какой бы авторитет ни был, потому что любой человек может ошибиться, просто оговориться. Самый известный пример, когда еще в прошлом столетии, или даже в позапрошлом, не помню, один авторитет сказал на уроке, что у мухи столько-то ног. И почти 100 лет все так считали, пока один из студентов не подумал, не поймал муху и не посчитал. Оказалось, что совершенно другое количество ног у мух. Понимаете? Поэтому, друзья, когда я вам говорю, что жим лежа нужен для развития силы, а жим гантелей нужен для того, чтобы увеличивались ваши грудные мышцы, не нужно слепо мне доверять, а просто попробовать на практике. Если вы всю жизнь жали штангу только для того, чтобы развивалась ваша мышца, на 8-12 повторений, надеюсь, если вы жали на 5-6 повторений, то понятно, почему мышцы не растут, потому что это преимущественно работа над силой. То попробуйте, оставьте, работайте на 3-5 повторений, не в отказ, над силой со штангой, а в другую неделю работайте с гантелями в диапазоне 8-12 повторений. Потренируйтесь так месяца 3 и потом отпишитесь мне в комментариях, насколько сильнее вы стали и насколько мощнее стала ваша грудная мышца. Надеюсь, друзья, этот ролик был вам интересен. Если это так, ставьте большой палец вверх. Если не понравился, смело ставьте дизлайк. Но просьба, если вы ставите дизлайк, обязательно пишите причину. Потому что мне не жалко. В принципе, для канала, чтобы тролли и хейтеры понимали, вообще не важно, поставили вы лайк или дизлайк. И то помогает развиваться каналу. Но если вы не хейтер, не тролль, мне интересна ваша точка зрения. Почему вы не согласны и как, по-вашему, на самом деле должно быть? Ведь все мы люди, все мы ошибаемся. И я в том числе могу ошибаться, заблуждаться. Хотя то, о чем я говорю с вами, это в принципе практика, и я в этом уверен на 100%. Я редко когда говорю и даю какую-то теоретическую информацию. В основном я стараюсь давать вам практическую информацию, которая вам поможет, оставляя на вашей совести ваши теоретические познания. Потому что теория без практики – это гниющий труп. И моя задача как инструктора, как вашего тренера, наставника – сподвигнуть вас к тому, чтобы вы занимались самообразованием, саморазвитием. И только так вы сможете получать знания теоретические, которые потом вы будете, я надеюсь, преобразовывать уже в практический опыт, который, в свою очередь, будет плюсовым или отрицательным. Но всегда помните, что любой опыт – это полезный опыт. И даже если вы получили какой-то отрицательный результат, это не значит, что он отрицателен с точки зрения теоретического, точнее практического опыта. Понимаете? Так что, друзья, всем респект. Спасибо, что смотрите. Обязательно делитесь моими роликами и статьями в своих соцсетях, за что вам от меня отдельная благодарность. И, естественно, покупайте мои книги для мужчин, для женщин, особенно если вы взяли на себя ответственность, смелость тренировать других людей. То есть, если вы инструктор, тренер или еще кто. Ну что, я приехал, иду качать ноги. Кстати, тоже рекомендую вам не пропускать ножных дней.
Всем пока, спасибо, что смотрели. Увидимся в тренажерном зале.